Приветствую, друзья! Сегодня я покажу вам одно очень простое упражнение, которое позволит лучше ориентироваться на клавиатуре. Что же нам потребуется? Нам нужен будет всего лишь один аккорд. Предлагаю взять аккорд от нотки до, который находится слева от двух черных, да, через одну белую клавишу. Вот он, до, ми, соль. Ну и поскольку у нас комбинаций по две клавиши на клавиатуре несколько, по две черных клавиши, соответственно, этих аккордов будет тоже несколько. И вот первая задача, как можно быстрее находить вот эти аккорды от нотки до. Причем делать лучше это в разнобой. Ну, для начала подряд, да, мы идем вверх, например, потом вниз. Ну, а теперь в разнобой. Кидаем взгляд, цепляемся вот за две черных клавиши взглядом и в разнобой находим эти аккордики. Второй вариант, что мы можем сделать, мы этот аккорд раскладываем на арпеджио. Что такое арпеджио? Аккорд — это когда у нас ноты вместе, арпеджио — когда нотки по отдельности идут. То есть я не беру сразу все три ноты, а беру по отдельности, например, вверх, да? То же самое. Кидаем взгляд на нужные нам клавиши, цепляемся за черные, за две белых черных, и вот таким вот образом в разнобой находим эти аккордики, да? Мы можем арпеджио сделать и вверх, и вниз. Вот так. Вверх и сразу вниз. То же самое. Давайте еще немножечко усложним задачу. Мы можем взять это арпеджио в две октавы. Вот так. То есть два аккорда до подряд. Ну и самое интересное, следующий вариант аккорда. Вот такой аккорд называется аккорд в тесном расположении. Сейчас мы сделаем такой фокус. Среднюю нотку перенесем на октаву выше. Вот сюда. То есть она у нас перекочевала повыше, да? И такой вариант аккорда называется широким. Широкое расположение аккорда. Попробуем в каждой октавке поискать именно широкое расположение. Для начала вы можете, конечно, искать тесное, но потом уже перестраивать, да? Но в итоге... Да, в конечном итоге лучше прийти сразу к тому, что вы находите ноты широкого расположения аккорда. Ну и также по всей клавиатурке бегайте и цепляйтесь взглядом. Все это можно делать с любым аккордом абсолютно. Например, соль мажор на трезвучие. Также по клавиатуре в широком расположении, арпеджио. Любой-любой другой аккорд берете и практикуетесь вот таким вот простым способом. Уверен, что после этого упражнения вы сможете гораздо более цепко находить вашим взглядом нужные вам клавиши.